Культурный шок и ужасная потеря для всего мира. Так в заголовках мировых СМИ говорят о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Катастрофа произошла накануне вечером и всколыхнула не только Францию, но и весь мир. Только к сегодняшнему утру огонь потушили и подсчитали потери. Большая часть собора, к счастью, уцелела. Но любимое готическое здание и сердце Парижа уже никогда не станет прежним. Одна секунда, и знаменитого шпиля больше нет. Уже сутки эти кадры не сходят с телеэкранов мира. Сердце Франции, сердце Парижа, Нотр-Дам-де-Пари полыхает в огне. Пожар вспыхнул вечером 15 апреля в верхней части здания и быстро охватил всю крышу. Деревянные конструкции не выдержали и обрушились. С огнем справились только к утру. 400 пожарных боролись с ним почти 9 часов. А это кадры с набережной Сены. Тысячи жителей Парижа молятся о спасении святыни. Уже после пожар назовут культурным шоком и концом эпохи. А трогательный рисунок эквадорской художницы Кристины Корея-Фрейле наберет 150 тысяч лайков. На нем Квазимодо горько плачет, обнимая родной дом. Что такое собор? Это прекрасное место, где люди приходят помолиться, обратиться к Богу. Это большая трагедия для всех. Это ужасно. Я только узнала об этом из новостей. Я не сильно верующая, но все это ужасно не только для верующих, но и для туристов. Неправильная работа, наверное, строителей, которые там, ну, во всяком случае, это слухи. Точно не могу сказать это самое. Но это большая потеря для Франции. Трагедия, национальная трагедия. Нотр-Дам-де-Пари, это и описан в книгах, в фильмах. Это мировое наследие, и очень печально, что это произошло. Собор Парижской Богоматери строили почти 200 лет. Начинали еще в 12 веке. С каждой новой эпохой новые штрихи собору прибавлял каждый новый архитектор. Часовни, витражи, входные порталы. К примеру, знаменитые гаргульи появились значительно позже. Так же, как и сгоревший шпиль. Его возвели только в веке 19-м. Урон от пожара еще подсчитывают, но эксперты уверены, глобальных повреждений удалось избежать. Спасли и терновый венец Иисуса Христа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен, и объявил международный сбор средств. Удивительная деталь. Французская трагедия произошла в день, когда затонул известный «Титаник». Огромный лайнер пошел ко дну Атлантического океана в ночь на 15 апреля 1912-го из-за столкновения с айсбергом.